Приветствую вас, друзья! Сегодня расскажу вам о проблемах, которые могут возникнуть, если вы употребляете мед. Ведь мы знаем о его пользе, но крайне редко нам говорят о вреде, который он также может нанести. Мед – это природное лакомство, которое советуют детям и старикам. Его лечебные свойства признаются и народной, и традиционной медициной. А пчеловоды нахваливают продукт, заявляя о всесторонней пользе. При простуде каждый из нас хоть однажды лечился медом. Мы вспоминаем о его мифической пользе каждый раз, когда на рынке натыкаемся глазами на ряды банок этого янтарного лакомства. Тут ожидается первая опасность. Чтобы быстро расфасовать мед по нужным емкостям, недобросовестные реализаторы нагревают его до жидкостного состояния. Если нагреть мед до 45 градусов, он меняет свою структуру и почти полностью теряет полезные свойства. Нагреваясь же до 60 градусов, мед превращается в опасный продукт, образуя вещество оксиметилфурфурол. Это настоящий яд. Нельзя также добавлять мед в горячие напитки или выпечку. Указание для любителей лечить простуду чаем с медом. Напиток должен быть теплым, но не горячим. Тем, кто поедает мед каждый день, заменяя им сахар, следует учитывать огромную калорийность тягучей сладости. По словам диетологов, норма сахара, меда или других подсластителей для взрослого человека составляет до 30 грамм в сутки. Если есть больше, можно получить ожирение и, как следствие, болезни печени и даже диабет. Вреден мед и для зубной эмали. Частое поглощение продукта провоцирует кариес. Правда, этой участи можно легко избежать, если после трапезы полоскать рот водой. Детям до 3 лет мед вообще запрещен ввиду возможной аллергии. Известны случаи, когда знакомство с лакомством в раннем возрасте вызывало отвращение к продукту на всю последующую жизнь. Для детей постарше дневная доза меда равна 2-3 чайным ложкам. Взрослому не следует съедать больше 3 столовых ложек меда в день. Даже одна чайная ложка меда натощак повышает иммунитет и активизирует пищеварительные процессы в организме. Но при этом забывают, что этот эффект длится всего 30 минут. Если человек не позавтракает, то это скажется на уровне крови и ухудшит самочувствие на весь день. А напрасная выработка желудочного сока навредит поджелудочной железе. Если учитывать все вышесказанное, брать от меда максимальную пользу можно. Этот продукт богат кальцием, магнием, цинком, железом и большим количеством других необходимых микроэлементов и витаминов. В грамотных дозах мед может проявить ряд полезных свойств, но и вред меда для организма может быть ощутимым. Поэтому следует учитывать особенности собственного организма, а также свойства и многогранность продукта, чтобы янтарное лакомство приносило только удовольствие и пользу. Главное – уметь правильно выбрать настоящий мед или же покупать у надежных пчеловодов. Ну что ж, будет интересно узнать ваше мнение, а на этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание, буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!